Всем привет! Сегодня поговорим о ништяках для холода, именно о тех посылках, которые ко мне пришли для такого сурового времени года. Первый ролик, который я записывал на улице, был, к сожалению, забракован, потому что дул ветер, и я когда уже на постобработке послушал, то мне это особо не устроило, поэтому здесь будет кадр опять же с первого ролика, но сделаем такую небольшую сборную солянку из этих двух видео. Итак, поехали! Первое же, что ко мне пришло, это вот такой шарф бар. Труба он еще называется, от компании Condor, цвет олива у него, и это 100% полиэстер. Я лично делал себе подобную штуку из тонкого флиса и уже носил его около 2 лет, но всегда хотел попробовать что-то такое, что сделано на производстве, что-то брендовое, и вот решил кондоровскую такой баф себе заказать. И действительно, когда я его первый раз одел, пару раз я уже прошел с ним, потому что посылка пришла давно, а видео я сразу опять же сделал, но оно было забраковано, потом я как-то не получалось опять же рассказать. И скажу, что да, производственный вариант мне больше понравился, он более тонкий, качественно, конечно, сделан. Есть, конечно, наверное, косяк по обработке, наверное, края, просто он здесь так вот отрезан, неаккуратный, как мне кажется, вообще не обработанный край, и может быть потом как-то со временем он обтрепается. Но так, вариант достаточно неплохой, хорошо тянется, хорошо воздух пропускает, сильно не мокнет, если какой-то конденсат опять же образуется, и также быстро еще сохнет по сравнению с тем же моим флисом. Это очень многофункциональная вещь, потому что можно использовать по-разному. Я лично его ношу либо как шарф, либо как ну, что-то типа пол такой балаклавы делаю, доносу его поднимаю, и мне, в принципе, тепло. Можно использовать как, опять же, как шапку, как бандану, балаклаву, там, как завязку для волос. То есть очень много применений данному бафу. Я думаю, что это, в принципе, очень неплохой вариант именно для зимы. Он тонкий, то есть подойдет, ну, наверное, до плюс, ой, то есть до минус, наверное, 15, наверное, на нем будет комфортно. Потом, конечно, нужно будет уже что-то придумывать, но в любом случае вот такой компактный вариант, который даже в кулак сжимается и совсем места не занимает, где-то в рюкзаке, в кармане, вот я ношу в горке, в кармане спокойно, в любой момент могу его одеть. А следующая же моя посылка, это такая балаклава от компании Helicon. Компания мне знакомая, некоторые, опять же, вещи есть у меня данной фирмы, и скажу, что она, в принципе, свою стоимость оправдывает, она под одну дырку, то есть только под глаза, черный цвет, 96% хлопка и 4 лайкры, достаточно хорошо тянется, и использовать я ее буду как подшипник в холодный период времени для езды на мотоцикле. И скажу, что в принципе она неплохо сидит, и думаю, что, наверное, я ее не убью, потому что уже смотрю, нитки полезли, но качество, конечно, можно сказать, ну, на 3 с плюсом, на 4, вот так, потому что вроде бы шито хорошо, но уже какие-то косячки есть. Но 250 рублей, опять же, более-менее сносный вариант. И завершаем мы, наверное, опять же, компании Helicon. Это вот такая флисовая шапка, достаточно глубокая, безразмерная. Один размер здесь всего. И сделана в Китае, как я вижу, да, как, наверное, та балаклава. Я уже эту шапку немного поносил. Скажу, что лично мне до минус 15 в ней комфортно, но вот дальше, наверное, будет мне все-таки холодновато. Больше она всего подходит, наверное, для такой ветреной погоды, потому что если ее хорошо натянуть на уши, практически ничего не задувает, и в ней достаточно комфортно. Также в автомобиле, вот я в УАЗе в ней ездил, также комфортно, не жарко, никаких проблем, опять же, с этим нет. Спасибо, друзья, что смотрели данный ролик. Я скажу, что это прям видео не такое, может быть, особо интересное, но все-таки о этих вещах я хотел рассказать вам. Поэтому пишите комментарии, что думаете по поводу таких ништяков для холодного времени года. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего хорошего и до свидания.